Самые дорогие игроки мира. Роналду, 49 и краткое. Chess Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Исследовательский центр Chess Football Observatory изучил стоимость футболистов Лиг ТОП-5. При исследовании оценивались такие факторы, как возраст, позиция, длительность контракта, выступление за клуб и сборную. Лидером рейтинга стал форвард PSG Неймар. Также в тройку лидеров вошли Лионель Месси и Харри Кейн, а вот действующий обладатель золотого мяча Криштиану Роналду занял лишь 49-е место. Стоит отметить, что украинские футболисты в топ-100 рейтинга не попали. В десятку вошли 1. Неймар, PSG, 213 миллионов евро 2. Лионель Месси, Барселона, 202,2 миллионов 3. Харри Кейн, Тоттенхэм, 194,7 миллионов 4. Килиан Мбаппе, PSG, 192,5 миллионов 5. Пауло Дибала, Ювентус, 174,6 миллионов 6. Дели Алли, Тоттенхэм, 171,3 миллионов 7. Кевин Де Брюни, Манчестер Сити, 167,8 миллионов 8. Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, 164,8 миллионов 9. Антуан Гризман, Атлетика, 152 миллионов 10. Поль Погба, Манчестер Юнайтед, 147,5 миллионов 49. Криштиану Роналду, Реал, 84 млн. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Ранее сообщалось, что Месси обогнал Роналду в рейтинге лучших игроков года по версии Марка. По материалам сайта news.com.